Коперник, это War Thunder, уже ставший каким-то, если не талисманом, то завсегдатаем нашего канала. Давайте-ка попробуем слетать. Секунду, я кое-что проверю. Потому что потом забуду и все просру. Все полимеры, как говорится, да? Так, давайте-ка попробуем все-таки, да, еще раз летать на англичанах. Самолеты я, по-моему, никого больше не качал, в принципе. Поэтому, к сожалению, ни на ком другом полетать не могу. Да, у меня везде по одному набору японцы. Помню, с японцами хотел делать, но... Какие-то они. Еще посмотрим свистелку-перделку их. У них всего 1.8.1, 7 уровня у них нету. Самолетов. Ну, знаешь, это, блядь, ну это МиГ-15, если честно. F-86, ну это очень сильно похоже на МиГ. Да, МиГ-15. Ну, пипец, как похоже, если честно. Ну, чуть-чуть, правда, подлиннее. Намного длиннее, блядь. МиГ-15 был. Ну, вот если вот этот, там, где красная тырдочка занимает вот это все вырезать, и просто хвост прям напрямую так припаять, это, собственно, и будет. F-86, это что-то, ну, хрен знает. Так, давайте слетаем, попробуем. И сегодня попробуем на новом типе танков сказаться. Не на новом типе, на новой стране с танками. Может быть, зайдет на левеле кататься. Может быть, это круто. Нет? Нет? Окей. Так, давайте посмотрим, кем сейчас лучше нагибать. Так, стоп, у шишки. А, вот в чем прикол. Вот почему шишка так хуёво-то стреляет. Блять. Ну ладно. Погнали. Посмотрим, чем нас удивят товарищи. Тек. Угу, PH-51. Ну-ка, иди сюда. А что там у нас находится? Там у нас находятся наши войска. Это плохо для птиц. Слушай. Пешечка, ну давай. Типа как на хвост присела. Ага. Не вырулю. Это ты. Ох, ты ж, блядь. Сатанюга 3/6, а? Ну, пидор. Вот. Нет, просто нет слов. Давай. Что за жопа? Чё они так сильно взялись-то за нас? Что у них там такое? Вот он, сатанист сраный. Сейчас он получит. Как он мне так высек быстро? Я не совсем, правда, понимаю. У него какой-то, видимо... Не совсем понимаю, что это за самолет. Хороший. Ну? Ты хочешь сказать, что он мне с одного удара прострелил просто все нахер насквозь и все, что только можно было? Все, чего нельзя? А, ё-моё. Ты еще заглох. Говно. Есть. Я весь в дырках, как сраное решето. Давай, утечка масла, утечка воды. Правильно, все горит, все хреново. Все печально. Все крайне печально. Так, ладно.
Надеюсь, долечу, да? Потому что, ну, не хотел бы терять так быстро самолет. Ну, как это, не самый лучший, ну, не самый худший, знаешь ли. Четвертый ранг. Или левел, или как его там. Трам-тарарам. Ич! Это делаю специально, чтобы потратить скорость. Нет воздушного тормоза. Херово. Херово надо. Дело в том, что КПД больше сотни, ну знаешь, но я никогда больше, никогда такого не видел, поэтому в любом случае во время спуска самолет намного меньше будет набирать скорости, чем терять во время подъема. Это, знаю, это сложно, но это я никогда не умел просто объяснять, и у меня все люди, кстати, проблемы были небольшие. Чё тебя носит? Что-то ёбаные, блядь, танцы со звездами, давай, хрен свой врубай. Чё ты там... Все харе-харе-харе-харе-харе. Скользить мы так всасываем. И окончательно всосем, если будем такой фигней маяться. Ну окей, Р, перезарядка на аэродроме. Вообще не вопрос, как бы. Да ты травишь, сука. Схуев, блядь, я на аэродроме стою, сука, да, блядь. Ремонтируй, сука, туши мой самолет. Ёбаный ты скалолаз, блядь. Говноплюй. Сука, слов нет. Штопанный черепок. Давай, давай, летай. Вылетай, залетай. Покатаем слегка. Так, як. Где ты, хуяк, ёпта, хуяк. Один. О, Ки, это что за говно? Ки. А, какая дресня непонятная. Да хора тебе. Где ты? А ты сука. Типа как охеренно в юрке охеренно меткий. Вот сейчас будет охеренно мертво. Ты что тут? Помощь только. Ну окей, давай, якушка. Ой, ой, мне кажется, это по мне кто-то лупит. Мне кажется, там по мне кто-то... А-а-а! Сука, блядь, опять этот сатанист ебучий нала. Сучи. Ну, блядь, сучи, петучий. Ладно, 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 сейчас я говна понавыкачу. Хе-хе, еще кто-то написал. Говно. Если меня от самолетов сегодня бомбит, то что же будет от танков? Танков просто будет разрыв пердака и, блядь, возможно, смерть даже. Мгновенная. От разрыва пердака, естественно. Потому что... Да может быть даже не от самого разрыва, это, скорее всего, от реактивной струи может загореться... Кресло, диван или то, на чем я сижу, и... Сука! Сука, как же меня все это хуйня бесит. Какого, сука, хуя? Почему написано, что он меня сбил, если у нас было столкновение сучьих самолетов, блять, в воздухе в этом обдристанном?
Ненавижу воздух, ненавижу Ньютона, ненавижу всех. Вон, пойду позорное судно въебу. Хотя бы так. Назар идиот, Жесус, Евбро, Лен Хор, Тушут, Пол, Гумно. Гумно. Пойду охотиться на дозорных. Нахуй делать, коль они не защищают дозорных. Тут, в принципе, знаешь. Эч! Стоп, подожди, она же вылетала обычно, вообще как детеныш. Петуча. Блять, сука, они его вынесли. Да ладно тебе, сучий петучий, дайте мне хоть кого-нибудь завалить, еще. Я чувствую себя абсолютно бесполезным на этом поле. Дичи какие. Ну, давай. Давай, дотягивай. Гитара. Шестиструнная. Это семиструнная. Да ёб твою мать, что ты бессмертный, что ли? Вот так терик, какие, сука, опять сатанист ебаный. Он реально травит, блядь. Что за дерьмо? Почему? Что, кто покусал мой скилл? Нет, как вариант, у них может быть самолеты. То есть, как бы, мне 4.7 левела. Может быть, как вариант, у меня... Шел гейс, хелп. Окей. Может быть, у меня... понятно. Может, меня стыкуют с самолетами какого-нибудь 5.7 левела, в принципе. Опа! Ну, очко за очко. Сейчас тебя очечу будем выбивать, питуч. Может, мне 4.7 просто бросается, точнее, 5.7 бросает с самолетом, а у меня-то 3.7. Ну, это что-то все печально. Ничего, так все печально. Спасибо. Нет, стопы, давай. Я что, за своим хвостом, что ли, гоняюсь? Штурмовик, горчевик. Не, чувак, извини, конечно, но у меня самолет поинтереснее так-то будет. Не, еще сведение на 500 метров, тебе забыл сказать, да. Ну, ёб твою мать. Ебать, что? Ещё чувак с тобой такой-то. Здоров? Эй! Вот это просто заебись закатил, затащил. Вообще на раз. Это супер. Это вообще круто. Просто охрененно, блин. Что? Что? Что, все три сервера, что ли, лежат? Секунду. Да. Что-то меня вообще из сети выкинуло, и все печально, и бандикам сказал «Эч!» и все. Ну, хоть теперь хоть что-то работает, на том спасибо. Так. Ну давай, попробуем. На хорёчечке посмотреть, что там, кто там у нас будет царском. Видимо, это были последние лаги в моей сетке. Какие?
Или War Thunder. Ну окей, окей, посмотрим. Просто я сейчас смотрю, пинг он там. Такой большой, там раньше чуть побольше был. Ну окей, видимо, что-то как-то где-то ремонтируют. Ух ты ж, ёперный. А, я думал, что это ракета какая-то модная. Это не ракета, это просто говна кусок какой-то летит. Давай. Давай. Дожимаем. Дожимаем. Мешки, пипешки, хуешки. Ну, это, конечно, смертники. Вот эта мешечка у нас, типа, как охрененно умная. Хеллифакс. Он бомбит, стреляет. Нет, наверное, не она. Ну, ладно. Ну, смотри, как бы. Ну, такой думает, типа, вот я охрененно такой умный. Нет, товарищ. Фу-фу-фу. Как он там, нормально? Чё, чувствует нормально всё, да? Всё хорошо. Всё хорошо. Где ты? Где ты? Где ты? Всё с тобой хорошо? Всё нормально? Всё. Ну, молодец. Наверное, небось, наверху, что ли? Не вижу. Что это с моим самолётом? По управлению, похоже, стал на кусок говна какой-то замороженного. Так. Ну что ж вас так тут много-то? И причем, сука, все бомберы. Это пипец какой удручает. О, давай! Сучечка! Попадание, да. Давай! Даже какой-то обдристанный бомбер летает лучше, чем я. Ну, в смысле, не летает, у него управление, походу, лучше. Да иди ты в очко, ёбаный бомбер. Не хочу я с тобой дружить. Ты мне не настолько крутой самолет, 4-го левела. Надо было просто тупо на таран идти и все. Вон он, блядь, летает, говно. Вымахивается все, типа, я ушел от истребуна. Иди в очко. Я не могу особо ничего такого сделать. Не, чувак, это высший пилотаж, ты так не сможешь. Без одного крыла. Получится полетать тебя далеко. А я могу. Ни хрена у него. Связь возобновили. До этого типа была связь плохая. Не совсем я понимаю тут логику построения всего. Ну ладно, окей. Я же интернет вроде не пропадал. Странно. Так. Так. Опять этот... С ним никто не хочет возиться. Просто G2M просто подлетает, нюхает его, скребет чуть-чуть и улетает. Пуш, он нахер никому не нужен, тот сраный Хеллифакс. И он легкие доты, средние танки, вот это все по... Вот это все для нас, вот это все по нам, это все мы любим. А вы там... Прикалывайтесь со своими хеллифаксами, который, блять, у которого просто хреново тьма каких-то невнятных пушек, которые еще хрен подобьешь, который какой-нибудь миллиард лохматого уровня и, блять, просто вообще смерть, огонь, боль, сожаление, загноение, жжение и так далее. Ничего хорошего. Так, у нас только танки, да? Не. Что-то вас как-то так... Ни хрена, вы толпой всей одной летаете. Модный какой-то.
Типа как один летит, второй прикрывает. Щучка. Щучонок. Ну! Да хоро тебе! У меня нет таких возможностей маневрировать, сука! Нахуя я туда полетел на этом говяном самолете, блять, обдристанном? Сука, вот у меня бомбит-то как, а? Вот у меня бомбит-то, а? Блин, компот. Обормот. Средний танк. Спасибо, товарищ. Какая-то жопа. Очень тяжело у нас. Вот они вдвоем на одного. Ну как так? Нельзя маленького бежать вдвоем. Как вы, блядь, так маневрируете? Вы охренели? А, ёптель. Что они за свистульки-то такие? Кто там по мне по хвосту, блядь, стреляет? Что, блядь, кто мне подстрелил? Откуда, ну? Что? Так. Пиздец, блядь. Что? Откуда? Куда летит? Почему? Для чего? Нихера непонятно. Вот честное слово, нихера непонятно. Где же муток на хвост сел? У того что, все с хвоста резко слезли? Помощь им... Спасибо, блядь, большое. Я в такой жопе сейчас. Что-то как-то, блин, с этим самолетом у меня скилл весь просрался. Потому что, ну, у них 5,7 самолета примерно уровень. Ну, 5 лохматостями. У меня 3,7 какой-нибудь, можете. Да куда? Да, нихуя. Чё у нас за самолет? Я таких самолетов никогда не видел, он против законов, всех законов гравитации летает, в курсе. Есть. Ёптель-моптель. Ни хрена это потный петух. Не-не-не. Иди-ка сюда. Да! Че? Ты-то травишь, сука! Ты-то е... Блять, что с Вартандером случилось в последнее время? Что с ним такое? Товарищ, ни. Ну, тяжело. Тяжело на самом деле. Вот это было плотно. Я почему-то, ну, не могу его убить. Он как-то очень сильно рывками дергается. Я не совсем понимаю, что-то то ли спингу для серверов стало. Ну, пипец какая-то. Причем... С другого места играю, ну пинга чуть-чуть получше, но там у меня совершенно другое расположение в сети. То ли мой интернет-провайдер говном мается, он сейчас пинг 60, а сейчас за сотню, а сейчас за 200, вот что это за говно, блин. Не совсем понимаю, что-то они, то ли War Thunder мутят, хрен узнает.
Ну, плиз, хоть кого-нибудь давай хотя бы высечем, вынесем по-быстрому. Сейчас так... Сечем. Что, по 4 сотни пинга? Ёптель, ёптель. О-о-о, не, чуваки, это очень тяжело на самом деле играть. Такое чувство, что у меня, блядь, интернет, какой-нибудь свисток 3G где-нибудь в жопе у мира у бабушки. Во дворе там какой-нибудь, блядь, корове примотан. Что это за говно? Вон, я подвинул мышку, он даже не полетел наверх. Ну окей, окей, хотя бы так, 11 место. Давайте еще сыграем по-быстрому бой, знаете какой? Танковый. Общее. Вот так. Low level. Должно быть весело. Попробуем, давайте. Low level это всегда весело. Так ведь? Давай, загружайся быстрее. Так, число возрождения 3, но нам, в принципе, больше не нужно. У нас, в принципе, больше танков-то и нет особо. 1.3, 2.0, давай на 2.0 скатаемся. Ух ты, ух ты. Ёптель. Чё это за говно? Давай, БТ-сик. Это бесит начало, да, когда все танки. Ну ты реально, я хрен узнает, что это. Какая-то дресня какая-то нездоровая. Спасибо. 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 Не могу. Не могу. Ну ладно, хотя бы так. Англичане на лоу-левеле, фиг знает. Ну, знаешь ли, по поводу... Вот, допустим, российские на лоу-левеле, это имба, да, все говорят, типа, танки. А вот англичане фиг его знает, фиг его знает, знаешь. Ну и чё ты? Давай, давай. Ничего ты. Ну давай, фонарь. Поднимайся. Ну, где он? Есть. Ебать, ему там херово. Он прям возле дырдочки-то сидит, короче. Хочешь сказать, что не ранил даже. Ну ты, блядь, говнючий. Ой. Ой. Он говно раз, он говно два. Выезжай, пань, отсюда штурм. Есть! Херово ему там, наверное, да? А вот теперь мы еще похуже. Вот это я вот это понимаю, веселье. Самое настоящее веселье. Че ты так долго раздумываешься? Попадание есть! Знаешь, что подумал? Я думал и решил. Я вот так вот сделаю. Сейчас буду обходить их с флангу. Чтобы они сосали мою фалангу. Пара-пара-пара-пара-пара-пара. Они сучи петухи. И время на нас не играет.
И танк Т-50-х стреляет. Ну, не выцеливает. Ничего с этим делать не могу. Не. Не варик, не варик. Так, там их не объедешь. Печально, слушай. Это вообще печально. Ну, да, давай. Ой. А, понятно, понято, понято. Ничего, Зисушка, сейчас мы тебя... Где ты там был, падла? С артиллерией обдристанной своей. Вот это охеренный танк. Просто никуда не пробивается. Вообще никуда не пробивается. Атака-атака. Охрененный танк. Вот это у него супер танк. Просто. На всю катушку. 43, давай. Да-да-да, вот это танк у него, вот этот танк. Ничего не могу сказать, вообще не выцелить никуда. То красное, то зеленое, то желтое еле-еле. Как где-то выцеливается зеленое. Там вообще там на одну десятую секунду мелькнуло, мигнуло и все. Так, давайте-ка, наверное, на С попробуем. Хрен его знает. Ну, Т-50, он слишком петушист. А! Сука! Я же знал, что меня будет дико бомбить. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Ничего ужасного такого нет. Так. Где я? А вот танки эти хуянки. Танки киянки, да? Давай, я знаю, что ты не видишь. Пидор. О! Да ебать ты! Ты жирный! Какого хуя? Ебать вас там, ребята! Ребята, вы, у вас все в норме? У вас все нормально там? Ебать, Исау, вот Т-50, он пидор читерский. Читерский пидор, понимаешь? Читерский пидор. Блин, одна точку Б бы сказать. Да, 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 со своим обдристанным самолетом, еще кого-то типа как бьет. Нет, товарищ, это так не играется. Почему наши никто не рашит Б, не рашит С? Я один это делаю? Ну, вон, посмотри, реально. Ты думаешь, нормально? Да, я понимаю, что меня сейчас быстро высекут, но... Блин, так классно, такие покатушки быстро на танках. Легенькие. Почти без брони, но очень легкие. Почему я ту обдристанную пулеметку не вынес с первого же выстрела? Я же ему крит сделал, а потом еще один выстрел, и он просто прошел насквозь, типа как. Ну, знаешь, товарищ. Ну, тогда. Еще и А у нас отвоевывает. Вообще супер. Что я тебе могу сказать, товарищ? Мы, блядь, просрали реально все, сука, полимеры. Вот все, что можно было, то и просрали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты где? Вот он, ты, пидор. Давай, говно. Сюрприз, мазафака. Ну давай, ёбаный пёс. Во, здесь он. Здесь тебя все сидят. Где бензобак? Где бензобак? Сука, да какого хуя, блядь? Почему их все выносит быстрее, чем я? Б. Все потому что... Что? Все потому что я туда поехал захватывать точку Б. Чпыньк. Захватываем точку Б. Точка Б захватана. Захвачена. Прекрасно. Куда ты нахуй? Такой сраный куст. На колесах. Едешь, блядь. Все плохо. Куст на колесах. Прикрывай меня. Теперь 441, товарищ.
А, во, плюс один. Нифига, тут уже можно плюс один делать. Экипажу. Так, а куда бы нам направить артиллерийский удар? На точку А. Ну, потому что мы сейчас его попремся захватывать, если успеем. Потому что наши, ну, пиздецкие молодцы. Просто молодцы, молодцы, молодцы. Что я тебе могу сказать? 4 помощи уничтожения противника. 4, товарищ, 4. Ну, знаешь, это, по-моему, намного веселее, чем все, что себе только можно представить. О, вот. Вот. Слушай, что если... Прекрасно. И, наверное, все-таки, наверное, себе подвесочку долбану. Завершить. Все, первое место, все прекрасно, все шикарно. Остальные раки корявые, хреновые. Ладно, все, всем пока. Приятно было с вами увидеться, услышаться. Поиграть тоже, да. Все, всем пока. Это был Коперник.